14 октября в Силамяе состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Калев» после его реновации. Изначально по договору реновацию здания планировали закончить в первом квартале 2012 года, но строители фирмы АЭС «Вант» уже в конце сентября закончили все работы. На торжественной церемонии открытия присутствовали руководство города и гости, которые приняли участие в реновации спортивного комплекса. Это событие как бы... И было торжественно для тех, кто любит спорт, для тех, кто был каким-то образом задействован в работе по реконструкции, и для наших, конечно, самих горожан. Потому что это большое событие, занимаются клубы, и им важно, как бы, чтобы этот процесс занятий непрерывный был. Поэтому очень удачно, что все-таки с 1 сентября начались занятия уже в новом, реновированном помещении. Ремонт был произведен в большом и малом зале спортивного комплекса, в холлах и раздевалках. На ремонт ушло около 15 миллионов крон. Финансировал проект целевое учреждение предпринимателей ЕАС. Они вложили около 8 миллионов крон. И, конечно, оставшуюся часть финансировал город Силамяе. Надеемся, что нашим спортсменам здесь будет очень комфортно. Я, честно говоря, долго думала, что в этой ситуации говорится, и вспомнилась фраза из известного мультика. Мы строили, наконец построили. Ура! С праздником нас всех! А со своей стороны хочется сказать слово благодарности тем, кто действительно внес огромный вклад, чтобы это событие состоялось. Это и представителям, конечно, фонда ЕАЭС, это и строителям, с которыми, если вспомнить, с самого начала у нас не очень получалось, а потом оказалось, что это наши очень хорошие партнеры, с которыми, я надеюсь, в дальнейшем мы будем сотрудничать. Это всем, кто помогал писать проекты, отчеты, кто контролировал, кто смотрел, кто принимал соответствующие акты, всем вам большое спасибо. Я поздравляю всех нас с этим днем, с праздником. Я очень рад, что у нас такой хороший, добрый, молодец сосед, который реагирует, делает такие шикарные спорткомплексы. То значит, что мы сами не должны делать. У нас есть возможность посещать ваши. Спасибо вам. И лично мне тоже радостно, потому что сам занимаюсь здесь у вас в манеже. Но как эти спортивные залы сделаны на 5+, тогда нам надо соединяться еще и манеж-то делать. Так что надеемся на это. Спортивный комплекс представляет собой объединение спортивных сооружений под единым управлением. Первое спортивное сооружение комплекса было построено в 1952 году, а самое новое – в 2009. Главное здание спортивного комплекса было сдано в эксплуатацию в декабре 1974 года и реновировано сейчас, в 2011 году. На сегодняшний день в нем располагаются большой игровой зал, малый игровой зал, легкоатлетический манеж, зал аэробики и настольного тенниса, атлетический зал и шахматный клуб. Также при спортивном комплексе организованы оздоровительные группы аэробики, большого тенниса, мини-футбола, настольного тенниса, оздоровительного плавания и атлетической гимнастики. Общая площадь помещений спортивного комплекса составляет 10 247 квадратных метров, на котором занимаются любители спорта всех возрастов, представляющие различные спортивные клубы города Силамяе.